Сегодня мы познакомимся с таким инструментом, как поиск по картинке. Этот инструмент присутствует как в Google, так и в Яндекс поисковых системах. Необходимость в этом инструменте может возникнуть, когда у нас с вами уже найдена картинка, либо в плохом качестве, либо с низким разрешением. Нам нужно более хорошего качества. Ну, либо вы просто хотите узнать, где еще встречается данная картинка, на каких сайтах и тому подобное. Для этого мы открываем с вами любую поисковую систему, из которых я назвал. Вводим поиск по картинке. Здесь переходим и открываем в новом окне Яндекс картинки. Здесь же в Google переходим во вкладку картинки и нажимаем значок камеры. Можно указать ссылку, либо загрузить изображение с компьютера. Также и здесь переходим, нажав значок камеры, выберите файл, либо введите адрес изображения. Введем адрес этого изображения, скопировав URL картинки. Мы видим результаты нашего запроса. Здесь представлены картинки в том разрешении, в котором были найдены. Рассмотрим некоторые из них. Здесь мы видим водяные знаки, нам не подойдет. Данная картинка из презентации. А вот эта картинка довольно хорошего качества. Мы ее сохраняем себе, если она нам нужна. На этом все на сегодня. Всем спасибо. До свидания.